В Санкт-Петербурге полиция изучает видеоролик, выложенный в одной из социальных сетей на странице с весьма провокационным названием «Богатые русские детки». Запись сделана с беспилотника. На ней по центру ночного Санкт-Петербурга мчится иномарка. Машина опасно маневрирует, нарезая круги по Исаакиевской площади. Это одно из самых туристических мест северной столицы. Знаменитый собор, Мариинский дворец, памятник Николаю Первому, гостиница «Астория» и «Англитер». Автор публикации весьма самоуверен. Ролик сопровождает призыв, обращенный, видимо, к полиции. Ну, давай. Давайте, выпишите мне штраф. Между тем, в самой полиции говорят, найти лихача будет нетрудно. На записи виден госномер автомобиля.